Управление организации строительства следит за ремонтными работами на перекрестке проспектов Мира и Губкина. Проезжая часть уже отремонтирована, однако укладка тротуара в установленные сроки закончить, скорее всего, не успеют. Из-за низкого качества работы подрядчиков переукладывать тротуар пришлось несколько раз. Жду надеюсь, что они в срок будут до 1 августа работать. Зато в 4-м и 5-м микрорайонах уже закончен ремонт проездов. В 9-м микрорайоне сделан тротуар. В этом сезоне в городе особое внимание уделено решению проблем с водоотведением. У нас запланированы работы, скоро приступят к работам по водоотведению микрорайона номер 3. Это там, где у нас блоки домов 13-14, там 25-26. Была там проблема с водоотведением, поэтому приступают к этой работе. 4 новые контейнерные площадки появятся в 13-м микрорайоне, а в 14-м приступят к установке игрового комплекса и организации гостевой стоянки. Придомовые территории приводят в порядок управляющие компании. По графику ведется ремонт и окраска ограждений, фасадов зданий. В этом году очень хорошо работают управляющие компании по восстановлению ограждений около многоквартирных домов, их покраске. Немного сейчас с отставанием идет жилкомсервис, но они подтягиваются, работы ведут. Отремонтировано 19 секций. Это у нас 1-22, в 4-м, в 5-м, в 7-м и в 9-м. Покраску мы сделали у 21 дома. С 1 августа в городе начнется второй этап покоса травы. Вместе с управляющими компаниями к этим работам приступит автодорсервис. Все заходим одномоментно. Например, заходим в первый микрорайон, тут же дорожники работают, тут же управляющие работают. Сразу зашли в комплексе по периметру, все скосили траву, убрали, отвезли лошадкам на конный двор. Все, пошли на другой микрорайон. Благоустройством торговых объектов активно занимается большинство предпринимателей. Ремонтируют входные группы, организуют велостоянки. На контроле департамента по управлению муниципальным имуществом благоустройство промзоны. Те даже предприниматели, юрлица, которые все-таки не направляют письменную информацию, но видно, что работы на территориях ведутся, причем разноплановые. В зоне особого внимания брошенный транспорт. Специалисты начали вывоз бесхозных автомобилей с территории города. Единицы транспортных средств были эвакуированы с территории авала, то есть в рамках той принудительной эвакуации, которую мы планировали. И у нас еще сегодня буквально две машины тоже по городу еще доработают. Всего 5 пока эвакуировали. Итоги прошедшей недели подвела Альфия Пичугина. Она отметила, что благоустройство города в целом идет успешно, а возникающие в его ходе проблемы своевременно решаются. В целом, я думаю, что горожане увидят те изменения, которые происходят, особенно те, кто ехал в отпуск и приезжая с отпуска, увидят, как меняется наш город, как он становится зеленым и с каждым годом краше. Впереди еще один летний месяц. Запланированные на этот период работы по благоустройству будут выполнены, заверяют специалисты. Ирина Заикина, Денис Гим, новости Губкинского.